Здравствуйте, Дмитрий. Это видео про ваш одуванчик. Я запрограммировал фокусное расстояние 50 мм и диафрагму согласно таблице поправок от 2 до 32. Я надеюсь, вы внимательно прочитали объяснение таблицы и поняли, как работать с одуванчиком на вашем объективе. Вот он, одуванчик. Полностью запрограммированы, подпилены в нужном месте для наклейки. Для наклейки я советую использовать супер момент гель или любой другой суперклей в виде геля, чтобы у вас одуванчик не сразу схватился на байонете. И не наносите клей прямо из тюбика на байонет. Как я советую, сначала его нанесите на какую-то другую поверхность, а с нее уже возьмите спичкой или зубочисткой. И обязательно перед наклейкой одуванчика обезжирьте все поверхности. Калибр для наклейки одуванчика на ваш объектив абсолютно не нужен. Вы сможете сориентировать одуванчик по красной точке на байонете. Сейчас я это все упакую, и завтра одуванчик поедет к вам. Во вторник вы его уже сможете получить. Спасибо за внимание.